А как лето проводите? Ну, вот в саду, в огороде. Малина, клубника там зреет все это. Варим варенье, кушаем свежими. Все хорошо. О, видите, в саду и с овощками в магазин сходим. Урожай радует? Трава хорошо растет. Как лето проводите? На работе. Завидую тем, кто отдыхает. Ну, а помимо работы что-то, все-таки есть какие-то развлечения? Дом, бассейн. Как лето проводите? С внучками. В основном дома. Огород есть, но на нем не сажу. Это за 8 километров. Сейчас, знаете, невыгодно. Как лето проводишь? Хорошо, прекрасно. Чем занимаешься летом? Да в основном тут прогуливаемся. Это у меня малая родина. Тут и площадь. Тут есть что посмотреть, если знать, что смотреть. Ну, а чем только не занимались? Работали, много работали. Немножко отдыхали в Нижнем Новгороде. Сейчас на неделю приехали сюда, к родителям, к друзьям. Ну, а потом обратно на работу. Прошлым летом мы отдыхали на море. Этим летом мы ездили на пруд и на речку. Мы купили водяные пистолеты и брызгаемся.